пришел именно на бизнес за деньгами, но я даже не думал, что продукт так повлияет на меня. И в 30 лет мне поставили диагноз весенний ринит. У меня была сильнейшая аллергия на цветение каждую весну. И я даже не ожидал, что это будет так серьезно, потому что я не мог работать, я не мог общаться с людьми. У меня постоянно текли слезы, сопли, нос просто растирался. Вот. И я действительно вот несколько месяцев даже не общался с людьми, хотя моя работа связана с общением с людьми. Я действительно уже, то есть моя такая самооценка стала падать. И так я прожил 7 лет. До того момента, пока я не познакомился с концептуальным подходом компании в лице моего партнера Анатолия, хотя я пришел к нему именно с вопросом по бизнесу. Анатолий Евсегнеев? Да. Боже, какое да. счастье. Хотя он мне рассказал этот концептуальный подход и сказал, что этот вопрос ты решишь. Хотя я уже на тот момент даже не верил, потому что я уже смирился. И я что сделал? Пошел по концепции, по программе 90 дней. Первое, что я сделал, это детокс. Я стал пить воду, я до этого не пил воду вообще. Ну, как обычные люди. А кто-то полинос. Да. Он же весенний ринит. Да, да, да. И, соответственно, я сделал детокс, потом сделал сразу коловат на второй месяц и сделал очень мощную противопаразитарную программу. И вот чудо, наступила весна, и симптомы, которые яркие должны были уже быть, это был май, июнь, у меня их не было вообще. То есть был легкий насморк, чему я был удивлен, удивились все мои близкие, потому что они уже знали, готовились, что я буду выглядеть таким образом. И уже на третий год, так как я систематически придерживаюсь концептуального подхода, постоянно придерживаюсь, делаю очищения два раза в год, уже на третий год у меня полностью ушли симптомы. То есть у меня их вообще нет. Я забыл.